Значит, я собираюсь вам по возможности коротко рассказать то, что может быть в разных видах кое-кто из присутствующих от меня слышал или читал. Но сейчас я постараюсь просто суммарно изложить то, что на сегодняшний день я могу предложить по поводу схемы работы над цимбаладиумом, в которой, я надеюсь, многие присутствующие, если уже не участвуют, то будут в ближайшее время участвовать. Хочется все-таки как-то продвинуть эту работу. Значит, идея принадлежит великому русскому ученому, погибшему, расстрелянному в 1938 году, но высказал эту идею он гораздо раньше, за 20 лет до того. Это был священник Павел Флоренский. Он успел написать такое основное предложение по поводу цимбаладиума и первую главу «Точка». Я надеюсь, что многие ее читали. Она сейчас, как многие труды Флоренского, сохранившиеся, издается и переиздается. Я буду в основном по поводу нее вспоминать в связи с тем, что в те же годы, когда Флоренский занимался символом точки, он был математик по образованию и, начиная с геометрического понимания точки, пытался понять, что она вообще значит в разных областях культуры, как можно точку воспринимать как символ, имея в виду общее культурологическое ее значение. Очень близко к этому подошел другой великий русский деятель этого времени, которого сейчас больше знают как художника, Кандинский. Но вы знаете, что Кандинский начинал как этнограф и очень интересно занимался разными областями культуры, включая не только изобразительное искусство, но и музыку, и шаманизм у народов Северной Евразии, в частности, у саами. И я думаю, что многое в его искусстве легче понять, понимая, в какой степени Кандинский был одновременно и ученым, и художником. В этом смысле, как во многих других, он принадлежит к такому ренессансному типу, который связан с Россией, как и Флоренский. Я думаю, что очень интересно то, что влияние кубизма в начале 20 века, кубизм, конечно, оказал большое влияние и на русский Серебряный век, который подхватил многие идеи Пикассо и Брака. Влияние кубизма сказалось и вот на этом новом построении эстетики, которое предлагал Флоренский и который в каком-то смысле параллельно проводил Кандинский, в частности, в своей книге, сейчас изданной по-русски, как «Точка и линия». Я приведу некоторые иллюстрации по поводу Кандинского, но сейчас хочу очень коротко сказать, какая схема того изложения, которое я буду делать. Я начну с точки, как с примера геометрических символов. Вообще, вначале я хочу сказать о тех символах, которые, по-видимому, прямо не связаны с языком и в этом смысле более бесспорно универсальны. Вы понимаете, что степень универсальности символа в каком-то отношении полярна по отношению к связанности символа с языком, потому что языков много, они разные, и поэтому для того, чтобы говорить о не статистических, а реальных универсалиях, мы должны быть уверены, скажем, что такой-то символ одинаков во всех языках, что, ну, возможно, если мы реконструируем какие-то очень древние языки человечества, чем мы занимаемся сегодня уже, выступавшие в своих любезных словах обо мне, упоминали область моих занятий. Я действительно, конечно, был увлечен реконструкцией в смысле восстановления древних языков и
Это имеет отношение к тому, как мы понимаем возможности универсальности символов. И я думаю, что мой друг Анатолий Либерман, который оказался настолько мил, что совершил вот это большое путешествие, приехал на наше заседание, завтра будет говорить на темы, близкие к тому, о чем я сейчас говорю, то есть о той мере связанности языка с другими, может быть, универсальными принципами, которые мы должны раскрыть в Симбаларевуме. Итак, первая часть занятия, с моей точки зрения, это геометрия именно потому, что мы занимаемся явно не звуковыми словесными символами, а теми символами, которые, если и имеют отношение к психике всех людей, то это отношение не через язык. А дальше я буду рассматривать очень сложную проблему соотношения языковых и неязыковых символов. Я попробую с этой точки зрения что-то сказать, в развитии того, что сделано в последнее время относительно света, цветовых символов. И потом перейду к тому, что представляется очень важным для отличия Симбалариума в духе Флоренского от тех собраний символов, которые без конца печатаются. Вот и среди подарков мне очередная книга «Собрание символов». Я не предлагаю дублировать эти уже изданные книги, где просто в кучу сваливаются символы разных стран и народов, а предлагаю в духе Флоренского заняться тем, что объединяет разных людей. Значит, это некоторый путь, который, как я попытаюсь показать, потенциально может связать некоторые гуманитарные науки с некоторыми естественными, но помимо этого это важный путь для самих гуманитарных наук. Итак, несколько слов относительно геометрических знаков и, в частности, символа точки. Второй, пожалуйста. Я напоминаю вам, что... Да, вот это, да, спасибо. Я напоминаю вам, что Кандинский рассматривает точку как некий идеальный символ. Я думаю, что это очень важно. То есть очень важно понять, что нас интересуют инварианты. Нас не так занимают, как фонология, да, пример для лингвистов. Нас занимают не разнообразные вариации, она занимает инварианты. Я как-то был приглашен нашим великим математиком Израилем Моисеевичем Гельфандом на доклад, который делал тогда работавший вместе с его группой замечательный наш физиолог Николай Александрович Бернштейн. Уже было время, когда он был отстранен от своей лаборатории, как не принадлежавший к павловскому направлению, хотя он был ученик Павлова. И Бернштейн докладывал о символе буквы, о роли символа буквы в человеческой культуре как физиолог. И он настаивал на том, что с точки зрения нейропсихологии, физиологии на того, что тогда называлось высшая нервная деятельность, существенные инварианты, то есть существенные не то, как мы можем по-разному написать букву «А», а существенно, каков ее идеальный прообраз. Вот это относится и к символу в понимании Флоренского и Кандинского. И здесь я нарочно привел примеры. Следующий, пожалуйста. Следующий – это один из примеров из Кандинского. Там в этой книге, которую тем, кто ее еще не читал, «Линия и точка», очень рекомендую почитать не только саму книгу, но внимательно рассмотреть иллюстрации, потому что я думаю, что они многое проясняют не только в концепциях Кандинского, но и в том, как он подходил к так называемому абстрактному искусству. Абстрактное искусство по Кандинскому – это некоторая игра с этими идеальными типами. Я еще к этому вернусь. В этом смысле
не нужно преувеличивать степени абстрактности. Абстрактные они в том смысле, что речь идет об инвариантах, а некоторые другие возможности я попытаюсь раскрыть потом на примере цветовых символов. Следующий, пожалуйста. Вот очень интересно мне представляется то, что Кандинский, вы знаете, что в своей живописи он постоянно пользуется музыкальными терминами. Он хорошо знал музыку и, повторяю, занимался специально музыкой народов Севера Евразии. В частности, ему принадлежит в его замечательных работах, собранных в «Блау Риттер», «Синем или голубом всаднике», ему принадлежит замечательная идея относительно собственных песен, шаманские песни, которые есть у всех северных народов. Мы с некоторыми здесь присутствующих, как Стани Цивьян, когда-то занимались кетами и слышали у них эти собственные песни. Так вот, Кандинский один из первых, кто занимался этой проблемой. И многое в его живописи объясняется через принятые им аналогии живописи и музыки. И вот с этой точки зрения очень интересно, здесь разобраны первые такты Пятой симфонии Бетховена. Ну, послушайте, это Allegro Brio, которое там есть в начале. Послушайте его и попытайтесь сопоставить с тем, как он попытался в этой внизу записи в виде точек. То есть это не нотная запись, а запись по Кандинскому. Следующий, пожалуйста. Теперь я перехожу к проблеме, которая, мне кажется, очень важной. Мы говорим об архетипах. Мы говорим о том, что архетипы по Юнгу, возможно, есть в нашей психике. Я считаю довольно серьезным вопрос о том, что эти символы архетипические могут иметь некую психо-нейро-реальность. Но как нам проверить, насколько нам можно поверить в то, что они действительно существуют? Представьте, эксперимент есть в новых открытиях в истории культуры. Я с этой точки зрения считаю замечательным открытие, сделанное и сейчас уже общепризнанное. Когда-то мы его обсуждали лет 30 назад, когда оно только было сделано, с французско-американской исследовательницей Денизой Шмант-Бессера. Она приезжала в Петербург на встречу ассириологов. Я целый день потратил с ней вместе на то, чтобы подбирать иллюстрации к ее идее в музеях, где хранились результаты наших русских раскопок в Ираке. По счастью, результаты этих раскопок привезены были в Москву, поэтому они не пострадали сейчас, когда разрушены многие музейные коллекции во время войны в Ираке. А в Москве вот мы сохранили часть их. Вот те предметы, которые изображены здесь, это то, что открыла Шмант-Бессера. Это были знаки, возникшие после неолитической революции. Их смысл был учет тогда впервые производившихся предметов, ну, скажем, зерна или голов мелкого и крупного скота. И было сделано такое открытие, что каждому количеству определенного типа предметов может быть соотнесен некоторый трехмерный символ. Это были скульптурки. И эти трехмерные символы в основном соответствуют набору архетипов по Юнгу и по Флоренскому. То есть на самом деле, когда человечество начало учитывать то, что оказалось возможным производить, когда вот впервые возникло хозяйство того потенциально грозящего всегда кризисами типа, которым мы до сих пор живем, примерно 10 тысяч лет назад, тогда человечество изобрело этот тип символов. Я сейчас не буду говорить о потрясающем открытии, которое заключалось в проекции трехмерных символов на плоскость. Так возникла двумерная
клінописне письмо, это тоже открыло Шманбесера. Но я думаю, что это очень важное открытие, потому что оно дает практическое подтверждение. Вот в теоретической науке всегда важен эксперимент. Наличие набора геометрических символов – теория. Наличие предписьменности, набор трехмерных символов архетипического характера – это доказательство. Следующее, пожалуйста. Одна из самых интересных проблем, которая касается и философии, в частности Платона, которым некоторые мои коллеги по этому институту занимаются, вообще одна из самых увлекательных проблем в истории культуры – это роль многогранников, платоновых тел. Но я уже по традиции просто привел знаменитые четыре тела Эсхера, которого у нас принято именовать Эшером, но великий голландский художник, который много пользовался геометрическими архетипами в своих работах, но что мне кажется очень важным, это то, что некоторые из трехмерных символов оказываются чрезвычайно важными для ранних и до сих пор загадочных, очень продуктивных периодов древних культур. Следующий, пожалуйста. Я имею в виду пирамиду. Вы знаете, это кажется почти избитая вещь, вообще стоит ли говорить, это как бы материал для желтой прессы, но я не боюсь этого, я думаю, что... Вы знаете, желтая пресса, вообще массовая печать, это не просто бич нашего времени. Массовая печать и средства массовой коммуникации помогают науке в эпоху, вот уже отмеченной сегодня, слишком узкой специализации и снобизма. Я вам приведу пример, на минутку отвлекаясь, просто чтобы вы мне поверили, что действительно это так, что полезно иногда прислушиваться к тому, что просто по радио вам рассказывают о науке. Как возникла полвека назад великая дешифровка символов крит-микенской культуры, которую сделали Вентрис и Чедвик. Вентрис догадался, что это знаки для передачи греческого письма. Его не очень-то признавала научная публика, но он сообщил это по BBC. И молодой Чедвик, которого я вскоре видел, он мне рассказывал все это, молодой Чедвик услышал по радио, нашел Вентриса, они вместе делали эту работу. Значит, некоторые сенсационные сообщения, которые мы слышим по радио или читаем, ну, в компьютерах, в интернете, они имеют смысл. Не все, но некоторые. И в частности, то, что относится к пирамидам. Ну, значит, казалось бы, такая уже избитая тема. Множество книг написано. Большинству этих книг специалисты долго просили не верить. В книгах доказывается, что египетские пирамиды, нам всем с детства известны, построены потому, что в Египте была такая наука, которая позволяла это делать. Представьте себе, что в городе Москве, в музее изобразительных искусств имени Пушкина, находится знаменитый московский математический папирус. Он из коллекции великого нашего египтолога Голенищева, был изучен не менее великим русским египтологом Тураевым. На немецкий язык работу Тураева переложил Струве. На нее обычно ссылаются в немецком переводе, до сих пор русского издания нет. Тураев был членом поместного собора Русской Церкви, поэтому его архив подвергался всяким трудностям. Так или иначе, сейчас у нас есть архивные материалы Тураева и есть сам этот папирус. И в папирусе есть доказательства теоремы. Ну, если вы видите, здесь вот пирамида изображена, это теорема
с объемом, теорема объема пирамиды, если вы помните что-нибудь из когда-то бывших занятий математикой, там фигурирует треть в этой формуле, тут действительно вам нетрудно увидеть знак для трех и над ним знак для дроби. То есть это та самая наша знаменитая теорема объема пирамиды. Пожалуйста, вот пойдите в музей имени Пушкина и посмотрите. Есть, значит, это не выдумки ученых. Математик Арнольд, мой коллега по Академии наук, недавно сочинил обращение к школьникам и преподавателям математики в школе. И он там говорит о том, что греческая математика вся происходит из Египта. И у Арнольда есть такая фраза: «Позор, что я этого раньше не знал». Но позор и то, что египтологи до сих пор не знают, что в Египте действительно больше, чем 4000 лет назад существовала теория, которая позволила им все эти пирамиды построить. Но они построены не только в Египте, они построены также в Китае. Так же, как и в Египте, их очень много, это порядка 100 в Сычуане. Ну и, как вы, наверное, знаете, в Центральной Америке, это мое самое сильное впечатление от того, что я видел в Мексике, это сравнительно недалеко от Мексико-Сити, гигантский древний город Теотиокан, в котором вот эта пирамида Солнца, которая здесь изображена. Значит, это вот такие проблемы, которые нужно решить по поводу ряда древних культур. Почему они пользуются этой символикой? Каким образом это оказалось настолько важным для архитектуры, для инженерного дела, для теоретической математики? Ну, прежде всего, мы должны иметь набор фактов, а дальше думать об объяснении. Следующий, пожалуйста. Теперь я хочу немножко сказать о возможных других фактах, которые касаются этого набора зрительных, в том числе геометрических символов. Значит, я вам напомню, каким образом к этой идее пришел Юнг. Юнг занимался творчеством нормальных людей, а также творчеством душевнобольных. Я должен вам сказать, что на меня огромное впечатление произвел музей в Швейцарии, в городе Лозанне. Там есть музей сырого искусства, как они его назвали. Но в основном это работы такой великой художницы Алоизы, которая провела зрелую свою жизнь в сумасшедшем доме, но при этом действительно была великим художником и пользовалась вот таким архетипическим набором символов. Я к ней еще потом на минуту вернусь. Так вот, я думаю, что эта часть работ Юнга очень интересна. Позднее, уже после Юнга, этим вопросом занимались некоторые ученые, которые исследовали роль наркотиков и других способов стимуляции мозга, в частности, для общения с богами в таких американских индейских культурах, как, например, тукана, которым посвящена замечательная работа Райхельда Долматова. Она есть в московских библиотеках. Она называется «Beyond the Milky Way». Там к ней приложен набор символов по Юнгу, которые по Долматову Райхельду подтверждаются материал. Значит, когда индеец племени тукана принимает наркотики, он в состоянии установить связь с Богом, и он видит эти архетипические символы, и он их выкладывает с помощью цветных камешков. Это символика геометрическая и цветовая. К цвету я еще перейду. По-видимому, это очень интересная мысль. Ну, Юнг, кроме того, обнаружил, что подобные символы для контакта с Богом есть практически во всех мировых религиях и в мировых мифологиях. Следующий, пожалуйста. Ну, мне кажется, из
того, что вы все должны знать о нашей литературе по семиотике, которую, я надеюсь, еще продолжают читать, хотя она как бы вышла из моды. Но вы знаете, что в серии работ Владимира Николаевича Тупорова было сделано предположение, что мы живем в эпоху мирового древа. Тупоров в это время не знал о том, что группа французских психиатров разработала тест de l'arbre, тест дерева. Ну, значит, предполагается, что нужно изобразить дерево вот такого рода, без отдельных листьев, идея такая. И обычно нормальный ребенок изображает это дерево с корнями. Причем очень интересно, что ребенок, даже выросший в Париже, изобразит его также и перевернутым, так как, скажем, вы знаете, Стоунхендж, знаменитый, сделанный из камней круг, сейчас недавно раскопан деревянный прообраз Стоунхенджа, близко к тому, где каменный, и оказалось, что там в основе перевернутое дерево. То есть шаманское дерево, оно растет корнями вверх, к небу. Вот такие деревья изображают жители Парижа, дети, даже когда они, строго говоря, никогда и не видели таких деревьев. А вот если кто-то изображает дерево, я верю здесь французским психиатрам, большая литература, справа наверху это арбор de schizophrène ou de débile mental. Это дерево, которое свидетельствует о шизофрении или о умственной отсталости. Я думаю, что это вот очень интересно. Это попытка сделать что-то типа известных тестов Роршаха, но на материале архетипов. То есть идея такая, если мы действительно несем в себе архетип дерева, я как-то с Владимиром Николаевичем это обсуждал после его работы, что если верить всему этому, то, скорее всего, просто в нашем геноме записалось что-то, связанное с той древней эпохой, когда дерево для наших предков больше значило, чем сейчас. Как это произошло? Ну, можно догадываться, поскольку сейчас мы ведь знаем по открытиям последнего времени, что геном менялся. Но так или иначе, это тоже из области экспериментальных подтверждений того, что мы говорим о чем-то, что имеет некоторую нейрореальность. Следующий, пожалуйста. Ну, я привел как пример мандалу, просто чтобы вы помнили, что самые простые символы типа круга или шара, они оказываются очень важными. Следующий. Теперь сложная проблема – это проблема цветов. Значит, я довольно много писал об этом, напомню, что было нам известно после первых и весьма замечательных работ лаборатории, с которой я был связан. Это лаборатория Балонова и Деглина в Ленинграде. Мы занимались анализом ассоциаций, в частности, цветовых ассоциаций после односторонних электросудорожных шоков. И наши результаты были очень близки к тому, что получил Зайдель, работавший по методике Спейри, получившего Нобелевскую премию за работу по расщепленному мозгу, split brain. Значит, тогда, лет 20 назад, было установлено с помощью этих экспериментальных методов, что у нормального взрослого человека есть такое разделение функций. Одна часть зрительной коры мозга воспринимает бесконечное количество разных цветов, которые есть вообще в мире, и для них можно придумывать словесные названия разные, там лимонно-желтый цвет вишни и так далее, то есть разные метафорические обозначения, число которых безгранично. А другая часть мозга, значит, первая – это правое полушарие, а вторая находится в левом полушарии, она занята очень ограниченным набором обозначений,
ну, практически 11 цветовых символов. Это вот тот случай, где набор символов, связанных с языком, по-видимому, универсален. Это работа Берлин и Кей, огромная литература, и есть генетические работы, которые утверждают, что это все имеет некоторую генетическую базу. То есть это тот редкий случай, где можно видеть связь открытого в области изучения набора символов с тем, что открывают генетики специалисты по нейросистемам. Новое открытие, сделанное в последние годы, очень интересно. Открыто вот что. Оказалось, что дети в основном воспринимают цвета в начале своей жизни, воспринимают цвета правым полушарием. Вообще правое полушарие исторически архаическое, древнее, вот на этой картинке это поясняется. Архаическое правое полушарие используется для того, чтобы воспринять все многообразие внешнего мира. А левое полушарие в основном занято кодированием, перекодированием в некоторый набор символов, которые, в частности, могут иметь языковое обозначение. Вот в случае цветовых символов это так. И отсюда этот набор из 10 или 11 основных символов, которые установили Берлин и Кей. Здесь возникает крайне интересная проблема. Это проблема роли этих абстрактных символов, это эталоны. Очень интересна их роль в искусстве и в мифологии. Вы помните, что в иконах, в стандартных способах изображения основных религиозных идей обычно пользуются локально несмешанными чистыми красками. Пожалуйста, следующий. Я бы здесь напомнил, что я сейчас касаюсь вопроса, связанного с языком. И верхняя часть этой схемы может быть некоторым известна. Я ее приводил в публикации в вопросах языкознания и в публикации, посвященная животным и людям, вышла в издание Кошелева недавно, в материалах круглого стола, а нижнее некоторые дополнения к этому. Значит, сейчас, последние годы, это вот к вопросу о правом и левом, о том, что, собственно, получает по наследству генетически левое полушарие. Значит, в левом полушарии есть механизм, я бы сказал так, произведение некоторых речевых звуков. В частности, как ни удивительно, это вопрос к присутствующим фонетистам, специалистам по языку. Оказывается, очень важной вот эта часть речевого ртового аппарата, которая связана с верхней губой. Представьте себе, что ген PFOX2, который, как установлено, при нарушении сильно мешает правильному выучиванию языка, не только фонетическому, но там возникают разные другие ошибки, так иначе как бы запускается механизм устного языка с помощью этого гена, который в случае человека очень интересуется вот этой верхней частью. Ну, знаете, это мои фантазии. Так, когда я пытаюсь представить себе, что это значит, скорее всего, наш очень далекий предок, сейчас я скажу, насколько далекий, наш очень далекий предок, по-видимому, любил произносить какие-нибудь звуки типа губно-зубного в... в губно-зубного, не губного, не губно-губного, а губно-зубного, то есть с использованием верхней губы.
Вы знаете, что это не во всех языках есть, и вообще есть очень интересные проблемы пустых клеток в фонологических системах, связанных с губами, с этой частью ртового аппарата, но пока это не было сопоставлено с этими новыми генетическими данными. Значит, что открыто совсем недавно, в 2007 году, закончена дошифровка генома неандертальца, и оказалось, что у неандертальца вот этот геном... Значит, посмотрите, что здесь изображено. Вот это тот ген, который есть, вообще говоря, у певчих птиц, но он способствует пению певчих птиц. Но у мышей, вот внизу мыши, да, серые... Прямоугольник означает, что у мышей по сравнению с птицами уже есть некоторые изменения, замена одной аминокислоты. И у мышей после этой замены оказывается возможным ультразвуковой контакт самки с мышатами. Дальше происходят еще некоторые замены, и они приводят к расширению речевой жестовой коммуникации у орангутана. Вы знаете, я смотрел фильмы о том, как разговаривают жестами с орангутанами. Это приблизительно 11 миллионов лет по шкале молекулярных часов. Меня это совершенно поразило. Маленькому орангутенку учитель говорит, значит, его обучают жестам. Учитель ему говорит: вот ты не очень правильно мой жест воспроизвел. А он смеется, буквально смеется, говорит: ну что ты мне рассказываешь? Смотри, вот я этот палец так загнул, этот так. У него есть чувство юмора. И он в состоянии проделывать металингвистические операции. И вы знаете, что самая фантастическая вещь – это то, что одну орангутанку недавно не очень успешно обучали жестом, говоря при этом английские слова. Но слова говорили для взрослых людей, а она присутствовала и плохо подражала. Ну, взрослых вообще трудно чему-то не было научить, простите меня за откровенное признание. Но детей учить легко. При этих уроках случайно присутствовал маленький орангутенок Кензи, у которого, значит, вот этот FOXP2 представлен уже с этим новым прямоугольником. Он выучил английский язык, слушая то, что говорили люди. И это узнали таким образом, что когда при нем сказали: а ведь мы привезли сейчас апельсин, хорошо бы ей дать. И он побежал к холодильнику и вынул оттуда апельсин. Оказалось, он прекрасно понял. Он, ну, как дети выучивают тайную речь, он выучил английский язык как тайный секретный язык, который полезно знать, ну, потому что апельсины можно выучить. Да? Это все делает этот прямоугольник. И представьте себе, что по дороге к человеку от шимпанзе еще два прямоугольника изменились. Все были довольны до позапрошлого года. А в позапрошлом году закончила работу немецкая группа, которая дешифрует геном неандертальца. И оказалось, что эти два прямоугольника, которые отличают нас от шимпанзе, есть у неандертальца. То есть, по-видимому, давний спор, говорил ли неандерталец, закончен. Неандерталец, по-видимому, во всяком случае, мог верхней губой шевелить в нашем духе. По-видимому, чего у него не было других символов, которые таким образом выражаются. Вот я начал с вами с разговора о разных других символах, которые заведомо не языковые, и нарочно тянул, прежде чем перейти к их языковому кодированию. Вот, по-видимому, наше отличие от неандертальца не в том, что мы разговариваем. Ну, я это более грубо скажу, я скажу так: не всякий человек, который разговаривает, тем самым не неандерталец. Да? Этого категорически утверждать нельзя. Ну, генетики говорят, что не было скрещения, но я всегда говорю: посмотрите на ученые советы. Ну, это
другой разговор. Пожалуйста. Кандинский, о котором я говорил много, не только понимал роль геометрических символов, но довольно хорошо понимал роль чистых цветов. Его построение – это построение, основанное на абстрактных эталонах вот тех чистых цветов, которые теперь по нашим новым данным хранятся в речевых зонах левого полушария и, по-видимому, генетически унаследованы. Поэтому оказалось возможным новые открытия физики, которые не формулируются в словах, передать с помощью этих цветов. Пожалуйста. Наш соотечественник, замечательный ученый, к сожалению, работающий сейчас не у нас, а в Стэнфорде, я там с ним много довольно проводил времени в разговорах, Андрей Линда, это автор, сейчас очень популярный, многие принятые инфляционные теории, это некоторый вариант теории Большого взрыва, то есть, собственно, по Линде никакого Большого взрыва и не было, а происходит время от времени инфляционные процессы, то есть Вселенная то сжимается, то раздувается. Вот то, что произошло с нашей Вселенной, с одной из многих Вселенных, которыми занимается Линда, это ее раздувание, поэтому теория Линда называется инфляционной. Он издал две книги, одна есть по-русски, так что вы можете читать. Его книга кончается призывом создать одну науку из современной физики, современной психологии и других гуманитарных наук. То есть то, что я пытаюсь вам изложить, это попытка реализации части того, о чем мечтает Линда, но как и некоторые другие. Значит, он называет это миром Кандинского. Это мир, который по современной терминологии, принятой вот последователями этой теории, описывает не один мир universe, универсум, один мир, а описывает мультиверс, множественность миров. По Линде, между прочим, число этих возможных миров колоссально. Они, кстати, могут находиться здесь сейчас. Вот мы просто сейчас, может быть, с вами просто не видим того, что здесь, кроме нашего мира, есть еще несколько других миров. Это никакая не мистика, а рассчитано с помощью суперматематики такое новое течение, созданное в основном нашими учеными, Березиным, рядом других наших ученых. Пожалуйста, дальше. Значит, что я хотел бы подчеркнуть, это то, что эти абстракции нужны физикам для того, чтобы несловесным образом выразить то, что в пределах возможностей нашего мозга. Когда-то мне рассказывал Термен, наш специалист, знаете, Термен Вокс, Термен мне рассказывал, что когда у него была лаборатория в Нью-Йорке, он был просто советским шпионом в Нью-Йорке. Ну, разумеется, Эйнштейн этого не знал. К нему приходил Эйнштейн и говорил: сделайте что-нибудь для меня в вашей лаборатории. У меня очень много мыслей в голове, но я не могу их выразить словами. Мне нужны цветовые и музыкальные образы. Музыкой он, как вы знаете, занимался. Вот Термена просил создать цветовые образы. Значит, это мир Кандинского, это, собственно, реализация некоторых таких идей. Возвращаюсь к обезьянам. Возникает такой вопрос: а что у нас с вами общее с набором обезьяньих символов? Значит, несловесные, потому что эти прямоугольники появляются у неандертальца, а до неандертальца их не было. Значит, это могут быть звуковые символы типа междометий, ах, ох. Ну, это очевидно, что это может иметь дочеловеческие истоки. Это не так интересно у разных видов обезьян, как и у других млекопитающих. Несколько десятков таких спонтанных звуков, обозначающих обычно, ну, там, тревогу, ужас, боль и так далее. Это сравнительно мало интересно. Какие еще есть символы? Оказывается, некоторый набор тактильных символов, то есть жестов. Я сейчас вам показываю гориллу,
которая хочет испугать пришедших на нее смотреть в зоопарке, горилла высовывает язык. Это способ привлечь внимание, испугать. Ну, мне на ум приходит, я не знаю, смотрите ли вы иногда телевизионную передачу «100 вопросов к взрослому». Но вы взрослые люди, поэтому это не так интересно. Но туда приходят весьма знаменитые люди. Насколько я знаю, одному человеку, только покойному Аксенову, они побоялись задать этот вопрос, а всем остальным задают. Там 100 вопросов, один вопрос – высуньте язык, покажите язык. Демидова, актриса, отказалась показать язык. Все остальные, там знаменитые актеры, знаменитые писатели и так далее, боятся не высунуть язык, потому что, ну что скажут, дети слушают, и дети потом вам ставят отметку, правильно вы ответили на вопрос или нет. Если вы не ответите, и на этот вопрос плохо. На самом деле вопрос унаследован нами от горилл. Это совершенно точно. Да? То есть тоже есть на эту тему статья в американском журнале «Семиотики», не по поводу нашего телевидения, а по поводу символа высовывания языка у гориллы и у человека. Значит, есть некоторый набор символов, но я вам приведу из горильих символов еще несколько касающихся рук. Если две гориллы очень хорошо друг к другу относятся, то, естественно, они просто обнимаются. Но они могут друг к другу умеренно хорошо относиться, тогда они подают руку друг другу. Если же что-то происходит, где нужно какое-то мнение, и горилла хочет показать, что она нейтральна или поддерживает, она поднимает руку, то есть она голосует за. Да? Наш обычай голосования с помощью поднятых рук, он принадлежит к числу тактильных жестов, которые будут. По-видимому, набор тактильных символов, которые имеют такое раннее происхождение, он очень большой, но многие из них потом были перекодированы языковым образом, как и многие другие. Пожалуйста. Теперь некоторые общие проблемы по поводу языковых и неязыковых символов. Я начну опять со своего начала. Я начал с геометрии и говорил вам, что эти геометрические символы могут быть в психике человека, то есть конкретно в мозге человека, и потом они проецируются. У Флоренского в другой его работе была идея органопроекции, то есть у него была идея, что то, что могут делать человеческие органы, мы можем воспроизвести с помощью разных наших орудий. То есть многие примеры, которые я вам приводил, типа этой предписьменности из архетипических знаков, это примеры проекции вовне тех символов, которые находятся внутри нас. Насколько нужно, чтобы при этом нам помогал язык? Вот это та проблема, которая, мне кажется, основной для формулировки внутреннего строения символариума. Значит, мне очевидно, что геометрические, цветовые и некоторые другие символы мы включаем в символариум, а для других символов есть проблема, в какой степени они зависят от психики человека, общей для всех людей, как геометрия. А в какой степени они могут диктоваться некоторыми свойствами языков, причем это могут быть статистически значимые свойства для очень большого числа языков. Я вам приведу простые примеры. Из-за того, что я столкнулся в Америке с индийскими языками, я лучше стал понимать, как важно иметь в языке существительные. Вы знаете, что в некоторых языках Амазонии практически почти не используются существительные, в особенности в мифологических текстах. То есть там не существует слова, которое бы обозначало солнце, а есть только обозначение того, что нечто сверху на нас светит.
между прочим, они это используют и по отношению к современной технике. То есть там нет термина для вертолета, есть только обозначение того, что что-то там летает наверху и так далее. Вот в языках такого типа, по-видимому, очень трудно создать науку, которая бы оперировала атомами, кварками, но также и пирамидами, конусами и так далее. Мы имеем дело с наукой, построенной на основании существительных. И возникает вопрос, а когда я вам предлагаю создать симбалавиум, не занимаюсь ли я этим потому, что наш с вами родной язык русский и другие европейские языки, которыми мы пользуемся, это все языки с существительными. А если бы наши языки были как язык, который я пытался изучить с одним иракезом, онондага, когда я ему говорю, вот скажите, как по-иракезски, по-онондага будет дерево, он говорит, и никакого дерева нет, есть то, что растет. Попробуйте создать науку ботанику, основываясь на том, что есть предикатное обозначение. Может быть и можно, но тем не менее это вот интересная проблема. Значит, не можем ли мы создать набор некоторых абстрактных символов, которые могут иметь перевод на языки с существительными и перевод на языки с какими-то другими предикатными обозначениями. Ну, это один из примеров, но который мне кажется существенным. Я также думаю, что наивная физика, которая по Выготскому формируется уже у ребенка и которая приводит к формированию некоторых основных противопоставлений, которые тоже должны войти в симбалариум, противопоставления типа верх, низ, правый и левый. Частично эта наивная физика тоже связана с нашими языковыми возможностями, но на этот раз почти бесспорно она связана также и с генетикой. Но самое интересное в этой области – это так называемый синдром Герцмана, который касается вполне определенной зоны в левом полушарии, и этот синдром касается невозможности развлечения правого и левого, как одновременно пальцевой агнозии, то есть человек не воспринимает различия своих пальцев, и поэтому или в связи с этим также у него большие трудности со счетом, поскольку первоначальный счет у всех народов мира – это, конечно, тактильный счет, жестовый счет по пальцам. То есть здесь возникает несколько очень интересных проблем на границе возможности языковых и неязыковых символов. Отчасти это обходили наши далекие предки, которые свои ранние занятия звездным небом связывали с графическими символами. Они, по-видимому, могли не называть солнце. Видите, солнце не совсем понятно, как назвать в языке, где нет существительных, но можно его изобразить. И Луну можно изобразить, и соответствующие месяцы, и Маршак и Флоров открыли, что в графике палеолита были соответствующие символы. Ну и поэтому я позволю себе в качестве такого заключительного аккорда, который возвращает нас к имени Канта, которое здесь прозвучало в названии университета, напомнить вам, что Кант считал главным для себя: моральный закон внутри и звездное небо наверху. Ну, моральный закон, по-видимому, это некоторый набор символов. Хотелось бы думать, что эти символы универсальны. У меня нет абсолютной уверенности в этом, но хотелось бы думать, что первоначальный геном нас, отличающий, по-видимому, от неандертальца, все-таки заключался именно в том, что некоторый набор правил поведения, причем разумных правил поведения, в него входил. А вот что касается звездного неба над нами, по-видимому, звездное небо очень рано вошло в наш символариум, и мы научились его изображать разными знаками. Иногда, может быть, язык
не имел соответствующих символов или запрещалось ими пользоваться, тогда пользовались другими символами. Таким образом, заключая, я скажу, что я бы хотел, чтобы мы начали эту работу, чтобы в ней была проведена граница между универсальным и специальным для отдельных культур. Универсальных символов не так много, их описать можно. Они представляют колоссальный интерес для всех областей знания, поэтому я не надеюсь, что мы справимся с этим без помощи математиков, логиков, физиков, физиологов и так дальше, но мы должны начать и пойти по этому пути, который, как я думаю, будет способствовать соединению разных наук и получению новых результатов. Большое спасибо вам за внимание. Да, с удовольствием. Да? С удовольствием, да. Тогда обратно. Пожалуйста, ведем вопросы краткие. Поскольку мы должны половину четвертого уйти из этой аудитории. Мы спустимся к себе, но тем не менее, вот это такой... Да, Юра. Да, то есть какой вопрос? Вот это именно есть вопрос. Да. Понятие проприоцепции существует там, используется или вообще не используется? Ну... Дело в том, что, я объясню, когда мы производим жест, это не совсем тактильная чувствительность, хотя и связанная с ним. Это чувство взаимного расположения в пространстве частей нашего тела. Разных. Называется, соответственно, проприоцепция. Эта проприоцептивная чувствительность имеет другой нейропсихологический, нейрофизиологический механизм, чем просто осязательная, тактильная. Хотя они и связаны. Это такая большая проблема, какая раньше, какая позже, как они связались и как они взаимодействуют. Но для жестов проприоцепция чрезвычайно важна. Да, я понимаю. Вы знаете, такие практические приложения, которые я знаю в этой области, касаются, касаются замечательных открытий Соколянского, с которым я работал перед самой его смертью. Это человек, который разработал систему общения слепоглухонемых, воспитал в этом духе Скороходову. Я был на ее защите кандидатской диссертации. Как я воспринимаю окружающий мир, это из отдельной книжки. Понимаете, я почему широко понимаю жест? Потому что то, чем занимался Соколянский, охватывает и те знаки, о которых вы говорите. Вы знаете, Скороходова, например, говорила, что когда она утром встречает своего друга, она просто касается его спины, а потом она его жестами спрашивает, а почему ты сегодня такой мрачный? Да? То есть на самом деле это различие, которое вы можете любыми иностранными словами назвать, оно не должно скрывать от нас вот чего, что с помощью жестов любой человек, просто в нас ведь эта система есть, но она не оживает по той причине, что нам это не нужно, что нас обучают еще и многому другому, а индейцев, которых обучают в детстве жестовой сигнализации, их обучают многому. Вот из этого есть эти потрясающие работы Кашинга «Manual Concepts», который утверждал, что с помощью рук можно, вообще говоря, воспроизвести любое из понятий, которые есть в наших словесных языках. Значит, это такая, в общем, очень малоизученная область символов, которой, несомненно, мы должны заниматься. И сейчас ведь эти культуры, обладающие
знанием этих символов исчезают, но за исключением некоторых культурных традиций, где еще сохраняется жестовая символика в Африке, в Южной Америке и так далее. И я думаю, что ваш вопрос правильный, но он правильный изнутри нашего описания психики человека. А с точки зрения грубой классификации символов, я бы все-таки был за то, чтобы жестовые символы объединять некоторым общим понятием. И основное открытие Соколянского вот какое. Если ввести в человека некоторое количество жестовых символов, он научается, ну, на ощупь понять, вот что это какое-то нечто, что вот так будет в его руках, и здесь будет эта бумага, а здесь вокруг, и это он будет обозначать своим слепком того, как он держит эту книгу, и потом Соколянский его обучал, что можно также жестами сказать «к», «н» и «г», «а», и дальше есть жест ключевой для Соколянского такой, равенство, жест, обозначающий книгу, и жест, обозначающий фонемы или буквы, книга, равен друг другу. Если человек выучивает это, то есть выучивает наличие смыслового инварианта, вот, собственно, чем бы должна заниматься разумная семантика, если бы она была действительно наукой? Она должна была бы заниматься инвариантами разных способов кодирования символов. Оказывается, что после этого с потрясающей скоростью человек выучивает любой язык, обладая этими исходными данными. То есть механизм перевода жестовых знаков фонемные существует в каждом из нас. И опять-таки он заторможен, поскольку нам не нужно это. Ну, почти очевидно для меня, что на самом деле это обозначает, что был такой этап, ну, в переходе от пра-неандертальца человека к неандертальцу, а потом человеку. То есть, по-видимому, то существо, которое изъяснялось жестами, потом научилась эти жесты переводить в последовательности отдельных бессмысленных звуковых сигналов. Существенно то, что междометия имеют смысл, а фонемы не имеют смысла. Вот переход к последовательности бессмысленных звуковых сигналов – это основное в развитии, а все то, что вы, Юра, сказали о том, как это связано с нашей психикой, это совершенно верно. Но это уже некоторые особенности внутри наших психологических состояний. А я хотел на это посмотреть с точки зрения структуры знака. Спасибо. Пожалуйста, еще по три кратких вопроса, пожалуйста. У меня не совсем вопрос. Я хочу сказать, что человек может находиться внутри нервной системы, но не понимать этого. Вот, например, я была оппонентом Григория Евгеньевича Грейдлина по семиотическому коду и семиотике жестов. И он пишет, что, расставаясь возлюбленные, близкие люди, мужчины пожимают друг другу руки, а мужчина с женщиной никогда. И тут я вспомнила песню Козина «Давай пожмем другу руки», и весь ее текст меня ошеломил своей смелостью. Но это надо было понять. Раньше я эту песню бездумно. Спасибо.